Никола Заньола перешел в Галатасарай. Итальянский полузащитник перешел из Ромы в Галатасарай. Турецкая команда заплатит 16,5 миллиона евро. Еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с футболистом заключен на 4 года и предполагает отступные в размере 35 миллионов евро. Зарплата 3,5 миллиона евро в год. Заньола выступал за Рому с 2018 года. На его счету 128 матчей и 24 гола.